Подумал сначала. Женщин очень интересует такой вопрос. Куда вы кладете дома носки? В ботинки. Приходите, снимаете и кладете в ботинки? Не кладет, а ставит. Долго ходил. Я их выкидываю сразу. Нет, ну, ботинки, а чтобы не потерять, потому что я их потом потеряю. У меня там 100 пар носков, они все разные, они все теряются. То есть ставят два одинаковых ботинка, два одинаковых носка. А ребята, вы куда? Специально определенное место. Есть определенное место. В серванте? Нет, я же, самое главное, что оно есть. Нет, вот где? Колись, хороняка. Ну, это корзина называется, по-моему. А, да, есть такая. Да нет. Кто-нибудь кладет их на кровать? Я сейчас объясню просто, к чему этот вопрос. Вот. Говорят, если мужчина куда кладет носки, там он метит свою территорию. А если мужчина не снимает носки, когда в кровати? Это ваша территория. Да были бы носки, найдем, куда их положить.